Самара в очередном матче чемпионата Суперлиги на своей площадке разгромила Новосибирск. Исход встречи был предрешен уже в стартовой десятиминутке, хотя в начале волжане забивали с трудом. Но потом за какие-то 5 минут они оторвались от соперника в счете 17-2. Хорошо полетели мячи из трехочковой зоны. Снайперскими бросками отличились Владимир Пичкуров, Антон Глазунов, Алексей Нестеров и Евгений Войтюк. Настраиваемся на все команды. То есть каждый может выиграть у каждого. Убедительно выиграв первый период со счетом 33-12, Самара так и не дала сибирякам ни единого шанса на спасение матча. Временами преимущество команды достигало 30 и более очков. Порадовало, может быть, одним, что проигрывали 30 очков, даже больше 30, смогли сократить до 17, как бы на площадке гостей в Самаре. Пускай это будем, скажем так, неполноценный камбэк, но тем не менее хоть небольшой камбэк, хотя бы что-то было похоже на игру. Но у нас задачу все равно никто не снимал, попадание в плей-офф. Понятно, что наши шансы сейчас такие слегка размытые, скажем так. Но задача была на игру в первую очередь попробовать доказать как бы всем, что мы можем, что нам показать нужно характер в первую очередь. Поэтому вполне можно было и выиграть. Но, к сожалению, сегодня мы не готовы пока выигрывать Самару. В итоге Самара одержала убедительную победу 90-62. Лидеры матча – спортсмены с Волжских берегов Владимир Пичкуров и Евгений Войтюк. Каждый записал себе в актив по 17 очков. Игроки должны были обязательно сегодня каким-то образом себя мотивировать. Если они профессионалы, я сказал, что они, если вы считаете себя профессиональным на любую игру, вы должны выходить, несмотря на статус соперника, и играть в полную силу. Эта победа стала для Самары 6-й подряд в регулярном первенстве Суперлиги. Команда сохранила за собой лидерство в турнирной таблице и продолжает успешно защищать титул чемпиона страны. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.